Итак, ты приехал в США, подал на убежище, но до разрешения на работу тебе 6 месяцев ждать. Можно ли работать неофициально? Ну, тебя никто на работу не возьмет, если у тебя будет белая зарплата. Потому что работодатель в США, он несет большую ответственность, если он кого-то устраивает неофициально. Потому что если кого-то он устроил официально, а у него нет документов, то работодатель платит налоги, и он эти налоги списывает, а если он их списывает, платя тому, кто не платит налоги, то работодатель за это сильно страдает, это очень сильно карается. Но США понимают, что тебе нужно как-то себя обеспечивать, тебе надо как-то выжить, и поэтому понятно, что все отнесутся с пониманием, если ты имеешь какую-то низкооплачиваемую работу за кэш. К примеру, если ты даже пойдешь на интервью, если это интервью будет экстремально быстро, буквально через полгода, как ты подал, то на интервью офицер может спросить, а где ты работал? И если ты, допустим, будешь как-то юлить, говорить, да я нигде не работал, ну, тогда вопросы, как ты жил эти полгода без работы? Ну, хорошо, если есть сбережения, но, в принципе, они с подозрением отнесутся к этому. А если ты им нормально скажешь, да, я работал вот, там, уборкой, где-то по дому что-то кому-то помогал, ну, в принципе, они нормально относятся, когда человек работает. Вообще, вот этот вопрос 6 месяцев, многие спрашивают, почему Америка сразу не может дать мне разрешение на работу? Это очень интересный вопрос. Мне вспоминается один пример интересный с Саудовской Аравией. Или нет, это были Арабские Эмираты. Да. Был такой закон в Арабских Эмиратах, что ты не можешь, к примеру, быть министром какой-то отрасли, если прежде ты не доказал свою профпригодность и способность выживать. И, к примеру, там была такая вот фишка, что могли человека, кандидата, отправить в какую-то страну без гроша денег и посмотрели бы, что с ним было там через 2 года, к примеру. Если за эти 2 года он смог выкрутиться, подняться, возможно, какое-то свое дело организовать, ну, значит, человек действительно умеет справляться с жизненными вызовами, и он пригоден для того, чтобы возглавить какое-либо министерство. Примерно такая же штука иногда происходит с некоторыми шпионами. Их там засылают в какую-то страну, и они должны буквально с нуля взять и как-то подняться. Это во всех странах такое практикуется. Это, с одной стороны, говорит о твоих способностях и мотивации. Ну и, конечно, говорит о том, что тебе можно доверять. Я не знаю, почему Америка сделала эти полгода, но очень похоже, что та же система, что если ты приехал и ждешь, что тебе на всем готовеньком что-то сделают, Америка это не приветствует. Америка, как уже многие заметили, это трудовой лагерь с усиленным питанием, и Америка ожидает, что здесь ты будешь работать, работать, еще раз работать. Потому что Америка любит налогоплательщиков и любит, когда человек честно делает свое дело. И поэтому, если ты приехал и даже смог выжить и заработать неофициально, если без разрешения на работу ты смог выполнить какой-то труд, низкооплачиваемый труд, ну, можно сказать, это некий тест, который ты прошел. Конечно, можно приехать с запасом денег, но за эти полгода эти деньги могут улетучиться. Поэтому, конечно, у всех свои обстоятельства. Кто-то может не работать и год, и 2, и 10 лет. Есть те, кто работают где-то удаленно, фрилансерами, им вообще не важно, где они живут. Но есть те, кому действительно приходится начинать подрабатывать буквально в первый же день. Итак, какие у нас есть варианты? Ну, во-первых, давайте поговорим о вариантах, как найти работу, потому что многие это спрашивают. Но, во-первых, самый лучший способ – это начать спрашивать у всех своих знакомых, близких. Возможно, мы едем туда, где нас уже кто-то ждет. Возможно, какие-то наши друзья уже до нас переехали. Возможно, они уже где-то работают и могут помочь нам устроиться. К примеру, ты приезжаешь, а твой друг уже у кого-то меняет крыши или ремонтирует крыши. И он говорит, пошли к нам в бригаду, нам как раз нужен человек, ты вроде парень такой нормальный. Окей, ты идешь, тебе понравилось, и, возможно, это будет твоей профессией. Возможно, со временем ты поменяешь свою профессию, но для первое время это очень важно. Самое главное – найти первую работу. Поэтому вот сарафан на радио, ну, самое четкое.
потому что если ты спрашиваешь, не стесняешься, если многие знают о том, что ты ищешь работу, тебя могут порекомендовать или кто-то что-то услышит, может тебе предложить. Поэтому соглашайся на любую работу, которую вначале тебе предлагают. Ну, конечно, премиум работу, которая не идет вразрез с твоими принципами или не совсем унижает твое достоинство. Но, тем не менее, работы много в Америке и есть из чего выбрать. Но первая работа бывает самая сложная. Потому что, когда ты уже работаешь на первой работе, сменить, уже поменять намного легче. То есть найти вторую работу, третью, десятую, это не так сложно, как найти первую. Потому что когда ты работаешь на первой работе, пусть она тебе не нравится, но ты при этом можешь уже быть в поиске второй работы, не оставляя еще пока первую. Поэтому этот момент, который для себя отметь. Другой важный момент – это интернет. Очень многие мои клиенты, они находили работу в каких-то онлайн-сетях, ну, в Фейсбуке, к примеру, там сообщества некие есть. Ну, например, вот я живу во Флориде, у нас тут распространен такое сообщество «Майами работа» или «Саут Флорида работа». Вот. И часто там есть русские, которые живут здесь по 30-40 лет, и им там нужен небольшой ремонтик сделать или что-то по дому. И они могут написать: «Окей, мне нужен там парень, который умеет делать тот и тот», или девушка, которая вот может посидеть с ребенком или что-то такое. Да, можно откликнуться на эту работу, и не столько ради, сколько денег. Хотя деньги нужны, возможно, ты поработаешь один день, возможно, два. Но факт то, что любой работодатель – это уже, возможно, твой будущий рекламный агент. Потому что если ты хорошо, качественно сделал одну небольшую работу, возможно, он тебя порекомендует дальше. А там понеслось. Поэтому этот очень момент важный – всегда следить за своей репутацией. И давай на этом остановимся поподробнее. Вот я часто видел людей, приезжают, и видно трудяги. Да, возможно, у них был свой бизнес, возможно, у них в подчинении были другие люди, но здесь им надо немножко наступить себе на горло. Да, они опять вспоминают, что такое работать руками, работать шеей, спиной, и им приходится иногда идти делать ремонты, иногда идти там ремонтировать кому-то машину, там, иногда идти на склад или прочее, прочее. Да, понятно, что переезжая в США, ты, возможно, где-то в своих глазах понижаешь свой социальный статус, хотя зарплата твоя не всегда от этого ниже становится, но через это надо переступить. Это первые шаги, это сложные шаги, и, в принципе, в Америке ты гастарбайтер для них. Ну, тут, как, к примеру, там, в Москву приезжают куда-то гастарбайтер или еще куда-то. То есть ты приехал из другой страны, и ты просишь работу, но понятно, что ты берешь работу пока ту, за которую многие не хотят браться. И в этом смысле, конечно, нужно помнить, что немножко свое «я», свое эго надо задвинуть. Потому что сейчас цель – найти первую работу, цель – прокормить семью, обрасти знакомыми. И вот работа, она как раз помогает в том числе социально интегрироваться и немножко осмотреться вокруг. Тем более, это хороший способ учить язык, если вдруг тебе совпадет там работать с американцами или для американцев, или на американцев и так далее. Другой очень важный момент – не пытайся сразу найти работу среди американцев. Потому что иногда они с подозрением относятся к вновь прибывшему, полностью языковой барьер непреодолимый. И если ты хочешь реалистично подойти к делу, то, конечно, ищи работу у русских. Но если вдруг получится найти работу среди американцев, это тебе повезло. Во-первых, у тебя плюс, что ты начал учить английский язык. Если ты работаешь в американской среде, среди местных, то ты можешь язык выучить буквально за 4 месяца, за 6 месяцев. Так выучишь, что ты сможешь, по крайней мере, общаться, обмен мыслями будет. Поэтому, если есть такой шанс, лучше устроиться на более дешевую работу, но с тем, чтобы ты мог общаться в среде американцев. Это, на самом деле, очень большой плюс, многие этого не понимают. Но, если ты хочешь просто найти хоть какую-то работу, то иногда русскоязычный работодатель – это то, что тебе надо. Не всегда они порядочные, надо проверять, стараться деньги брать чаще, там, не ждать месяца, может быть, раз в неделю или по выполненной работе. Но тоже пытайся ориентироваться в людях, тоже смотри за репутацией этих людей и тому подобное. Очень часто люди теряют работу,
когда начинают о себе очень много думать. Это, причем я часто видел, что чем человек меньше квалификации или чем выше на себе мнение, тем быстрее он теряет работу. Он, бывает, приходит на работу, начинает всем объяснять, как надо жить, а что вообще он у себя там на родине делал все по-другому, что вот он вообще там такой крутой бизнесмен, он крутой мастер, и инструменты здесь не те, и материалы здесь не те, и люди здесь какие-то не такие. Вот у нас было хорошо. И обычно такой человек долго не задерживается. И проблема уже, конечно, не в американцах, не в системе. Если человек теряет одну работу, другую работу, третью работу, будет тяжко. Был случай, мне один человек звонит, говорит: «Слушай, я тут эту работу потерял, через день еще одну работу потерял, потом нашел третью и ее потерял. Что это за страна такая? Хорошего человека 3 раза увольняют с работы в течение недели». Ну, я, конечно, ничего не ответил, но мы понимаем, что, наверное, все-таки вопрос не в работодателе, что надо иногда свой язык держать за зубами, стараться работать качественно. Бывают проколы, бывают, конечно, нестыковки характера, но все-таки первая работа, постарайся, чтобы у тебя было без помех. Даже если работодатель не подарок, такое бывает, но твоя цель все-таки быть гибким. Flexible, как здесь говорится. Потому что вот наша цель не добиваться справедливости в этом мире, не добиваться, чтобы все нас любили. Наша цель тихо делать свое дело и, по крайней мере, на первых порах, если мы наемные работники, постараться, чтобы нас не уволили. Если ты, конечно, бизнесмен, открыл свой бизнес, сам себе хозяин, пожалуйста, без вопросов. Мы сейчас обсуждаем немножко другую область, потому что мало людей, которые могут, к примеру, у меня есть клиент, он программист, и он из России приехал, но он еще год будет работать в своей крупной компании в России. И ему, в принципе, вот в Америке не стоит вопрос поиска работы. А даже когда он и уволится со своей работы в России, еще не факт, но он здесь легко найдет работу за очень приличные, хорошие деньги. Поэтому чаще всего вот то, что вот это видео, оно посвящено для людей, которые как-то привыкли работать на кого-то или какой-то мелкий бизнес, или ИП, или ремонты. И здесь, в принципе, они хотят заниматься тем же самым. И такие возможности есть. И мы вот сейчас поговорим о некоторых профессиях, на которые такие люди могли бы здесь рассчитывать. Ну, во-первых, это все, что касается ремонтов, что касается строек. Местные американцы редко любят такую работу. Русские часто делают качественно, они не боятся труда. Ну, русские, когда я говорю, я имею в виду все, что с бывшего Советского Союза. Это обычно они все здесь проходят как русские. Хотя это могут быть и узбеки, и татары, и молдаване, и прочее, прочее. Поэтому прошу здесь не обижаться. Под словом «русский» я все-таки имею в виду тот менталитет, который сформировался благодаря влиянию Советского Союза, русскоязычный, Homo Sovieticus, как они говорят. Поэтому вот все, что касается ремонта, стройки, с этим обычно сильных проблем нету. Но опять же, все зависит от штата. Потому что если ты живешь где-то рядом с большим мегаполисом, к примеру, рядом с Нью-Йорком, рядом с Майами, с Лос-Анджелесом, Чикаго, то там обычно бурно кипит жизнь, у людей богатых есть деньги делать часто ремонты, есть многие русские, которые делают сами себе ремонт уже за деньги, и они часто предпочитают нанять тоже русских. Если ты пойдешь куда-то в глубинку, как я уже говорил, там квадратные штаты, или вот в ржавый пояс Америки, или вот южные штаты, то иногда ты можешь оказаться в ситуации, где люди ремонта не делают и вообще не нанимают людей без документов. Там, как вот дом построили, как ремонт был сделан, вот он так будет без ремонта стоять там 100 лет, и такое бывает, и превращается в клоповник. Поэтому вот такие профессии, они чаще всего проще найти работу вот рядом с мегаполисами или в самом мегаполисе, и тоже имею это в виду. Ну, с ремонтами здесь, я думаю, все просто, объяснять не надо. Там махаешь шпателем, кладешь плитку. Понятно, ты не будешь работать особо там по электрике, ты не сможешь работать по сантехнике официально, ты не сможешь работать по кондиционерам,
В том смысле, что тебе никто не доверит, это не лицензированные профессии. Поэтому здесь ты можешь помогать или ты можешь делать что-то неофициально, но в принципе такие работы, они требуют бумаги. Если ты работаешь в каком-то билдинге, в каком-то многоквартирном доме, то, скорее всего, местная администрация потребует от тебя кучу бумаг. Поэтому на это рассчитывать не стоит, если ты делаешь это где-то или частный дом, или неофициально. Но лучше это делать все-таки с лицензией, а выполнять такие работы, которые не требуют обязательной сертификации. Другая хорошая профессия, мне кажется, особенно не только кто начинает, но и кто продолжает работать уже официально, это установщик. Потому что есть установщики, которые очень неплохо зарабатывают, и там надо больше голову включать, это интересно, бывает работа, даже творческая. Ну, к примеру, вот установщик кухонь. Кухни всегда разные, очень интересные материалы, очень интересный дизайн. И установка одной кухни может стоить порядка там, от 5 там, до 30 тысяч долларов только за установку. И понятно, что не все эти деньги достанутся тебе. Если ты работаешь, к примеру, в бригаде, там есть бригадир, есть компания, и ну, все равно ты получаешь хорошо. Если потом ты сможешь организовать свою компанию по установке и раскрутиться, ну, пожалуйста. Но установщик — это не только кухни, есть установка там, дверей, есть установка стиральных машин, сушильных машин, установка плит различных. И вот все, что связано с установкой, оно тоже интересно. Потому что иногда ты можешь попасть в бригаду, где нужны люди, ты заодно приобретаешь навык, приобретаешь немножко язык, ну и при этом ты приобретаешь хорошую профессию, которая на самом деле не такая сложная, к примеру, как там ремонт или тоже строительство. Ну, связано со строительством тоже есть работа, называется здесь handyman. Это, по сути, мастер на все руки, когда, к примеру, какой-то билдинг, он берет к себе на работу рабочего, который ходит, и там людям надо поменять кран там, или даже не кран, а ручку в дверях, поменять лампочку, вынести старую мебель, помочь занести новую. Иногда за это еще отдельно доплачивают. Ну, работа неплохая, потому что она не такая пыльная. Если какой-то ремонтик надо, то это обычно такой легкий ремонтик, потому что на большие проекты они нанимают крупные компании. То есть, в принципе, это человек, который как ходит, следит, чтобы все было в порядке, и выполняет какие-то мелкие поручения администрации. Иногда даже таким людям могут дать собственное жилье в этом доме и неплохую зарплату при этом. Но вот чаще всего такую работу все-таки можно получить, уже имея документы, но иногда есть предложение, когда на такую работу могут взять даже без документов, особенно если это частная гостиница, особенно если это частный дом богатый. Например, им нужно, чтобы там кто-то листья подмел, чтобы кто-то там по дому что-то сделал. И иногда вот такие, как бы, муж на час, как говорят, ну, хэндимены иногда нужны. Тоже имейте в виду эту работу. Ну, также сервис различный, он пользуется спросом в Америке всегда. К примеру, сервис это может быть и обслуживание кондиционеров. Вот у нас, к примеру, во Флориде каждый дом имеет кондиционеры, некоторые дома имеют и не один кондиционер. Их иногда надо чистить, менять фильтры, заправлять фреоном, там что-то у человека батарейки надо поменять иногда просто в пульте. И вот они вызывают сервисную службу. Это хорошая работа, иногда даже без документов можно устроиться куда-то в бригаду к знакомому, возможно, даже как ученик можно без документов устроиться. Ну, там хорошие зарплаты, иногда там начинаться могут даже от 18 долларов в час и выше, и это неплохие работы. Ну, сервис — это не только кондиционер, это и сервис каких-то воздуховодов, есть сервис крыш отдельный. Есть также maintenance, обслуживание, к примеру, твоих территорий или зеленых насаждений. То есть компании, которые приезжают, стригут траву, к примеру. Есть компании, приезжают и немножко подпиливают деревья, или подсыпают лекарства для деревьев, или там надо подсыпать мульчу. И таких вот сервисов достаточно много, и также иногда можно найти работу, особенно если это русский работодатель, неофициально. То есть без документов, он тебе будет платить кэшем. Ну и потом ты можешь сразу устроиться там же официально, уже на другую зарплату. Это очень тоже интересно. Ну, вообще сервис в Америке, он ценится, и очень часто
есть работы и вакансии вот в этом направлении. Ну, есть обычные работы, к примеру, в цех, там, в производство. Вот у меня есть знакомый, у него там своя компания по кухням, он делает камень, производит столешницы для камней, и вот он нанимает на работу часто русских, потому что они не только делают что-то одно, они обычно умеют делать и то, и то, и то, и ему это очень нравится. У него как бы там подруга русская бывшая, и вот она тоже любит русских, чтобы кто-то из русских был в цеху. Вот они там строгают, пилят свой камень, и вот такая вот работа есть. В цеху работают русские. Бывает там работа на складе, бывает работа просто выдача товаров и тому подобное. Поэтому здесь тоже вот такая работа локальная, не надо никуда ездить. Ну, многие русские нанимают тоже наших соотечественников бывших вот на таких, такого вида работы. Ну, конечно, нельзя не сказать о репетиторстве. Есть большая отрасль, особенно в больших мегаполисах, где есть большие русские комьюнити. Многие хотят, чтобы с их детьми учили русский язык, к примеру. Особенно русские, которые здесь давно живут, и они хотят, чтобы дети говорили на русском языке. Иногда это касается музыки очень популярной, иногда танцев, иногда литературы, или иногда это бывает даже там математика или физика, подготовка к экзаменам и тому подобное. И вот в Нью-Йорке это, к примеру, оплачивается очень неплохо. Там репетитор может начинаться от $35 в час. Это очень неплохие зарплаты. Хотя там и расходы большие в Нью-Йорке, но мы о зарплатах еще поговорим. Но давайте поговорим немножко о женщинах. Конечно, женщины на стройку редко идут. И чаще всего, к примеру, очень подходит для женщин уборка. Они это делают и так каждый день дома. И когда это делают за деньги, это неплохо. Поэтому уборка – это не такая сложная работа, хотя трудная. Ну, там не такое требование, такие требования к знаниям английского языка, например. Ты можешь вполне справиться, тем более, если это русские тебя нанимают. Хотя с русскими не всегда правильно связываться, особенно в отношении уборки. Но, тем не менее, на безрыбье и рак рыба, как говорится. Поэтому уборка, наверное, номер один, где женщина может себя найти первое время, пока она еще не окопалась. Другой момент – это, конечно, русские магазины. Потому что русские часто селятся в местности, где много русских, и где много русских, обычно есть русские магазины. Русский магазин – это такой центр притяжения, там есть любой русский товар, ну, там всякие сгущенки, халва, семечки, салаты, оливье, там сало. В общем, все, что вот в Америке нельзя купить в обычных магазинах, а русские стараются продавать в своих профильных магазинах. И чаще всего там тоже работают вот наши соотечественники. Иногда даже без документов можно прийти и попробовать устроиться. Один из плюсов, там гибкий график бывает, и иногда дают что-то домой покушать еще. Там что-то остается, и семья довольна, и ты какую-то денежку заработал. Поэтому вот это тоже момент, имейте в виду, есть у меня знакомые, клиенты, которые таким образом смогли устроиться. Ну, другой момент для женщины, это, конечно, различные там косметологические услуги, потому что многие дома делали ногти там на ногах, на руках, кто-то стриг, кто-то там маски на лицо какие-то накладывал и прочее. В общем, можно вот в этом отношении продолжать заниматься среди знакомых, потихонечку раскручиваться, подобно как мужчины иногда вот массажи делают и хорошие мануальщики. Вот женщины часто вот находят себя в косметологии и все, что касается женской красоты. Вот. Ну, то же самое репетиторство, многие женщины занимаются тоже, и музыку могут преподавать, и русский язык у них грамотный, и тому подобное. Поэтому этот момент тоже может быть очень важный. Если ты найдешь такую работу, будет здорово. Ну, конечно, многие женщины работают нянями, или надо с кем-то, с ребенком посидеть, бывает 2 часа в день, бывает там 5 часов в день, бывает этот ребенок еще совсем маленький, что американцы здесь любят на работу выходить там, буквально через неделю или раньше даже, как ребенок родился. И им надо, чтобы кто-то сидел с ребенком. Потому что им легче платить человеку деньги, чем самой сидеть дома. И поэтому это тоже работа очень востребована.
И няни, и сиделки, это может быть не только с ребенком, это может быть и с больным человеком, иногда там человек имеет какое-то отклонение от нормы, иногда это пожилой человек, и это не только женщины могут сидеть, это могут и мужчины работать. Например, в Нью-Йорке есть целый такой как бы отрасль, это хомотенды. Там человек получает в среднем 2000 долларов за то, что он сидит с каким-то пожилым человеком. То есть штат Нью-Йорк выплачивает 2000 долларов за то, чтобы с пожилыми людьми сидели те, кто их опекает. И не всегда это люди, которые нуждаются реально в помощи внешней, иногда они вполне самостоятельные, но по возрасту там им положено, и вот эти люди там бегают, им пиво покупают в ларьке, и пока те играют в шахматы, носят им вобу там, или кальмара к пиву. В общем, достаточно комично это звучит, но тоже такая работа, и многие иммигранты по первости идут вот так вот зарабатывать. Хотя в Нью-Йорке, конечно, надо иметь уже легальные документы. А вот если, допустим, это частная семья хочет взять себе для пожилого родителя такого помощника, сиделку или мужчину-сиделку, то, конечно, они могут платить кэшем, они могут дать проживание, они могут дать питание даже, хотя это будет чуть меньше денег, но при этом ты работаешь, у тебя есть где жить, у тебя есть на что питаться, у тебя есть какой-то график, когда ты можешь покидать дом. Это все, конечно, оговаривается, и есть очень разные варианты. Поэтому тоже имей это в виду. Ну, это такой некоторый список, мы про него так пробежались, конечно. Вариантов может быть куча, там, и каким-то матросом ты можешь пойти, и ты можешь там пойти где-то в полях найти работу, или временную работу, сезонную работу. Но имей в виду, что в Америке у тебя, конечно, есть большая конкуренция. В Америке очень большое количество испаноговорящих, многие нелегальные, и какую-то работу они забрали себе полностью. Например, вот все, что касается там, сбора урожая, к примеру. Да, если ты поедешь в Калифорнию, там вот, вся вот эта долина, которая тянется от там, Лос-Анджелеса в сторону Сан-Франциско, где-то там 3 мили от океана, это гигантская долина, которая там орошаема, и там вот несметное количество работает и мексиканцев, и прочих представителей Латинской Америки, работают за очень высокую плату, и так работают, что любой русский, в кавычках, в скобках, украинец, белорус, казах, азербайджанец, в принципе, помер бы, наверное, на третий день, потому что мне довелось это увидеть, и я не представляю, что это за люди, и какая выносливость должна быть, и какое здоровье, чтобы так впахивать. Поэтому понятно, что часть нелегальной работы тянули на себя испаноговорящие, и русским тоже приходится здесь как-то крутиться. Ну, найти себя можно, здесь как бы проблем таких не будет. А насчет оплаты, вот обычная оплата по Америке для таких работяг, которые что-то делают своими руками, где-то примерно 10 долларов в час и выше. Дальше зависит от штата и от твоей квалификации. Вот, к примеру, у меня есть клиент, он приехал, и он сразу устроился обслуживать дизельные двигатели для большегрузных автомобилей, для траков. Ну, это считается уже такая работа специалиста, высококлассная. Хотя он не легал, но он там начал получать порядка 20 долларов в час сразу. Сейчас, я думаю, он намного больше уже получает, но всех свои условия. Поэтому, если ты просто идешь куда-то в бригаду, там шпаклевать, это одна цена, скорее всего, 10. Но если это в Нью-Йорке, то это может быть уже 15 долларов в час, даже нелегально, если ты еще неофициально работаешь. Поэтому очень много зависит от штата. Ну, понятно, где дороже жизнь, там и больше чуть-чуть получаешь, и в итоге выходишь в ноль, что так, что так. Поэтому смотри, когда ты приедешь в Америку, твоя первая цель не заработать много денег, а постараться сделать так, чтобы твои запасы не так быстро иссякали. Потому что у тебя будут большие расходы, это новая жизнь, жилье, депозит по жилью, машина, и деньги быстро будут уходить. Поэтому если ты вообще не будешь работать, тебе будет сложно, если у тебя нет большого запаса денег. Если у тебя финансы все-таки ограничены, тогда, возможно, ты не будешь покрывать полностью свои расходы, но, по крайней мере, эти расходы будут существенно компенсированы благодаря твоей работе. При этом ты будешь
какую-то новую профессию получать, возможно, язык новый учить. И главное, у тебя появится знакомый и вообще опыт, что такое работа в США. Поэтому внимательно к этому отнесись, пункту, поразмышляй. Многое зависит, конечно, от тебя. Я уже говорил, от твоих качеств, от твоего характера. Ты примерно можешь увидеть, как у тебя дома получается. Легко ли ты можешь найти работу, легко ли ты можешь договориться с людьми, найти общий язык. Часто ли тебя увольняют по непонятным для тебя причинам, но тем не менее факт есть факт. Поэтому мне часто спрашивают, вот, как найти в Америке работу вначале. Ну, я спрошу, как вот найти в России работу вначале? То же самое. Вот, если тебе в России легко, в Казахстане легко, в Беларуси легко, это часто зависит от человека. Здесь ты останешься тем же человеком, что и был. У тебя такой же характер, такие навыки, поэтому от этого будет многое зависеть. И если ты пробивной, если у тебя как бы есть целеустремленность, если ты умеешь себя вести, если ты мудр в каких-то вопросах, и качественно делаешь свое дело, иногда лучше промолчать, чем сказать, и ты это понимаешь, молчание золото, то, в принципе, я думаю, тебе переживать за это не стоит. А так, во всем остальном, конечно, тебе успехов, и подумай об этом всем на досуге. Пока.